Председатель Императорского православного палестинского общества посетил Екатеринбург. Под руководством Сергея Степашина в культурно-просветительском центре «Царский» состоялось собрание местного отделения общества. Императорское православное палестинское общество – организация, созданная в России в 1882 году, задачами которой является содействие православному паломничеству на Святую Землю, научное палестиноведение, востоковедение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока. Императорское православное палестинское общество существует уже более 100 лет. Всемирная православная организация сегодня воссоздает и открывает региональное отделение по всей стране и за ее пределами для укрепления связи со Святой Землей в сфере научной и просветительской деятельности. Так, накануне Екатеринбургское отделение пополнилось новыми членами. Глава Императорского православного палестинского общества вручил удостоверение руководителю группы компаний «Сималэнд» Андрею Симоновскому, генеральному директору УГМК «Агро» Илье Бондареву и ректору Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александру Долгову. Мне очень отрадно отметить, что новыми членами ИППО становятся знаменитые, очень достойные, очень важные и удивительные люди Екатеринбурга и Свердловской области. Среди проектов Екатеринбургского отделения ярким значимым событием в масштабах города и региона стала детская парусная регата имени цесаревича Алексея, прошедшая в этом году с особым размахом. Мы на молодое поколение, естественно, очень много внимания уделяем. И мастер-классы детям, и экскурсии детям, и яхты детям, и братство православных следопытов, помощь тоже мы оказываем, и отряду барабанщиков. Дети – это наше будущее, и сейчас уже нужно закладывать ценности, которые были у царской семьи. В ходе собрания были обсуждены реализуемые проекты и планируемые к воплощению. Среди них и содействие Елисаветинскому женскому монастырю города Алапаевска, и помощь обители милосердия во имя святой Елизаветы Федоровны в Екатеринбурге, а также выпуск книги о святой преподобной мученице Елизавете Федоровне и энциклопедии православных храмов Екатеринбургской митрополии.